Всем привет! Сегодня немножечко хотел пару слов сказать о гибридизации в России. Но занятие это очень увлекательное и интересное, но, к сожалению, очень мало людей занимаются этим искусством. Ну вот, наверное, в частности, больше всего успеха в этой среде добился мой друг со Ставрополя, Мисяков Володя. А так, в общем, все как бы около да мимо. Ну, конкретно мало людей занимается, если целенаправленно. В основном все это случайно происходит. Где-то что-то у кого-то. На Западе целые клубы есть по гибридизации, которые целенаправленно делают гибридов, ведут отбор. Но у нас же это все носит такой спонтанный характер. Ну, во всяком случае, пока Володя пропагандирует это направление. И я надеюсь, что успешно все это будет пропагандировать. Вот. Ну, у меня немножко, конечно, другое направление. Я занимаюсь разведением сложнейших птиц. У каждого своя фишка. Но вот решил Володе спуску не давать. И начало уже положено. Так что, Володя, держись. Я тебе спуску не дам.